Если позволите, еще немного повеселю вас. 5 января 2024 года. Вот посмотрите, как надо уходить из власти чиновнику самого высокого ранга, если он ничего не воровал и не боится, что завтра за ним придут или начнут арестовывать его счета. На душе чисто и радостно. Послужил народу и пока. Удачи, друзья, и надеюсь, что вы позвоните сегодня своим родителям и скажете им. Ой, хотя бы несколько хороших слов, они ждут от вас, не дождутся. Удачи!